4 июля 2015 года произошло долгожданное открытие единственного в России немецкого зуботехнического центра «Каткан» совместно с немецкой компанией «Бего». Среди гостей присутствовали глава компании «Бего» Кристоф Вайс, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Александрович Краевой, заместитель директора ЦНИИС по научной и лечебной работе Роман Шалович Гвитадзе, доктор медицинских наук и главный врач клиники «Мегастом» центра Алексей Николаевич Шарин, доктор медицинских наук и президент холдинга «Мегастом» Федор Федорович Лосев и другие гости. Уникальность идеи – одновременное изготовление индивидуальных титановых абатментов и анатомических коронок из диоксида циркония в кратчайшие сроки, абсолютно так же, как в Германии, при трехэтапном контроле с участием инженеров компании «Бего». Впервые в России был представлен швейцарский семиосный станок «Каткан». В мире такие станки сейчас есть только в России и Германии.